То, ребятушки, всем огромный привет. Рад вас видеть всех в новом видосике. Мы на Кубе, в Родеро. Сейчас будем заселяться и смотреть наш, хотел сказать, новый номер, но это будет наш первый номер. Мы апгрейдились со стандарта на бунгало, на виллу вот на такую. Сейчас мы вернемся за багажом, потому что мы едем посмотреть, понравится нам, не понравится. Нам понравилось, мы уже немного подустали, потому что мы летели сюда. У вас был еще предыдущий видосик, два видоса, прям заходите в плейлист, там все будет, в плейлисте Куба. Смотрите, там все-все по порядочку будет. Ну и, конечно, друзья, поддержите этот видос лайком, дизлайком, если считаете нужным, комментарием в поддержку этого видео или задавайте все ваши вопросы. Для вас, вы знаете, простое нажатие кнопочки, для нас огромнейшая мотивация и помощь в продвижении ролика. Ну, если кто вдруг не смотрел предыдущие видосы, въездную группу, территорию, все в предыдущем видосике, в плейлисте, все. Чемоданы с нами. Пойдемте заселяться и смотреть наше бунгало. Ну или даже вилла это можно назвать. У нас очень удачное расположение, потому что здесь рядышком бассейн, рядышком бар. Сейчас попозже походим, я вам все покажу. У нас первый этаж. Мне очень нравится первый этаж, потому что нужно с утреца выйти и пойти занырнуть. Номер у нас будет 17-5. Двери открываются, Жанна уже нас здесь встречает. Так, ну что, давайте посмотрим наш номерок. Это у нас гостиная, поэтому кто хочет в гости, заходите, приезжайте. Смотрите, два кресла, одно большое, одно маленькое, стулья, стол стеклянный. Это у нас, смотрите, кофемашина, здесь даже можно кофе сварить, но сюда насыпной засыпаешь. Бутылочка воды у нас идет, три чашки. Здесь у нас телевизор, под ним холодильник. А холодильник что у нас есть? Тут мини-бар? Нет, мини-баров тут нет, но есть холодильничек. У нас здесь есть бар рядышком. Так, здесь у нас, смотрите, окно. А за окном? А за окном у нас или превращается, есть кнопочек такая от детей. С пружинкой. Наверху здесь, оказывается, еще щеколочка, чтобы детки никуда не убежали. Это, кстати, очень правильно. И потом уже здесь кнопочка и открывается. Здесь у нас два стульчика, стол. Вот он, там бассейн, получается, сбоку. Так, заходим обратно. И дальше пойдем. Вот так вот для обзорности вам гостиная наша. Дальше заходим, поворачиваем налево. Здесь у нас спальня большая. Смотрите, две кровати, полуторки. Ну, можно сдвинуть. Тумбочка раз, тумбочка два с выдвижным ящиком. Кресло. Здесь еще одна кровать, смотрите. Стол, можно посидеть, поработать. Монтирует телек, вот так вот кондей работает, тут Wi-Fi, кстати, стоит Huawei. Поворачиваем вот сюда, и здесь у нас еще один балкон. Дверку открываем, выходим. И здесь у нас, смотрите, два лежака. Можно там посидеть, тут полежать. Вот для понимания, вот они лежаки наши, вот тот балкон, где мы выходили до этого. Есть первый этаж, есть второй. Мы выбрали первый, потому что я люблю, вы знаете, выходить и чувствовать свободу пространства. Чтобы сразу можно было куда-нибудь сходить. Так, пойдем дальше. Здесь у нас, смотрите, раковина, мыло. Раз, два. Это у нас шампунь и это гель. Поэтому можно не брать мыло, фен есть, зеркало, чтобы маникюрчик, педикюрчик себе сделать. Здесь у нас, смотрите, сейф. Сейф не очень большой, но есть. Ох, смотрите, здесь даже утюг есть, гладильная доска. Ну, вот такой шкаф с вешалками. И там еще с полочкой. Так, поворачиваем вот сюда. Здесь у нас ванна. И действительно, полноценная ванна. Полотенце все, есть шторка, чтобы зашториться. Душ, лейка, кран. Смотрите, здесь есть биды. Здесь есть туалет. Ну, как же без него, да? Так, ну и все. Вот он вам здесь номер. Давайте еще раз вот так вот вам покажу. Спокойненько. Планка, мини-бар пустой, там просто холодильник. Как вам номерок? Пишите, что думаете. Жмите паузу, пишите ваше мнение. Ну, мне кажется, нормально. Напомню, что это отель 3 звезды. Starfish, да? Вродера. Вродера. Да, есть еще один Starfish. И по поводу номеров. Мы решили апгрейдиться, потому что если вы тоже любите, чтобы номера были более-менее хорошие,
то тогда сразу бунгало апгрейдить. Или сразу бронируйте, потому что в старом, в основном корпусе там номера немножко старенькие. Вот, и поэтому выбирайте для себя. Но если вам без разницы, то можно туда. Так, у нас небольшой апгрейд. Сдвинули кровати. И я сразу обратил внимание, что с розетками что-то не то. Здесь смотрите, какие все розетки. Нестандартные. Видите, какие две палочки. Нужен переходник. А вот, вот здесь вот мы нашли две штучки. Они были задвинуты кровати. Я думал, что их нет. То есть вот здесь нормально можно ставить без переходника. Вот, я с собой взял удлинитель на 5 штук, еще один. Вот здесь вот можно ставить стандартную розеточку. И вот здесь, где холодильник. Ну, тогда надо вытаскивать телевизор. Телевизор вытащили, одну зарядочку ставили. Вот. Имейте в виду, если у вас есть переходники, тоже с собой берите. Вон там тоже не подходят наши европейские вилки. Так, ну что, выходим и пойдем сейчас с вами сразу на океан. На море, хотел сказать, к океану пойдем. Очень удобно у нас расположение, что и бассейн рядом, и в сторону океана близко тебе. Смотрите, какой фрукт там висит. Пойдем посмотрим. Смотрите, какие гигантские фрукты висят. Кто знает, что это такое? Я боюсь ее даже трогать, потому что мне кажется, этот шар просто грохнет сейчас. Не, помыла другая чуть кожура. Просто гигантский фрукт. Смотрите, если он нет, такой упавший и расколовшийся. Здесь еще фрукты. Тоже не знаю, что это такое. Кстати, может быть, это гуава вот эта вот. Местная. Очень вкусная. Не знаю, она, не она. Вот так вот, прямо по дорожке мы приходим. И здесь у нас ресторанчик. Днем здесь можно пообедать. Там у нас главный корпус. И туда дальше у нас океан. Смотрите, время у нас сейчас 4:30. Солнце жарит, будь здоров. Май месяц у нас. Берите, взять с собой кепки, крема, если есть. Рубашки такие, знаете, белые, легкие, с длинным рукавом тоже обязательно берите. Вот, и вы всегда просите озвучивать в комментариях. Пишите мне, Жене, дату, 6 мая, майские праздники. Второй часто популярный вопрос, стоимость тура озвучить. Стоимость тура 165 тысяч была цена за 10 ночей. Почему была? Потому что она всплыла, пока мы думали. Через несколько дней, и получилось у нас 195. Но сейчас Жанна считала, сколько? 161 тысячу. 13 вот мая. На сегодняшнее число, с 13 мая, на 10 ночей, да? На двоих. Угу. Где плюс ребенок? Нет. Двоих взрослых на 10 ночей 161 тысяча. Куба по цене Турции, я называю это вот так вот. Это пока я болтаю, смотрите, мы идем, есть красота. Ну да, кстати, кто хочет оформить тур Жанне в Инстаграм, опишите уже в Инстаграме, там да, нажимаете ссылку на WhatsApp. Я хорошо знаю все отели, можно и хорошие четверки, пятерки. На разный бюджет, пожалуйста. Не только Куба, Турция, Египет сейчас скоро откроют. Мальдивы, Греция все сейчас откроют. Жанна знает все. Сейшелы полетят, туристы тоже можно полететь. Поэтому заходите и оформляйтесь. Жанна с отправителем в тот отель, который вам будет по душе. То есть хотите веселый, будет веселый. Хотите грустный, будет релаксон. Потому что иногда некоторые приезжают, наоборот, хотят веселуху, приезжают, отель спокойненький такой, делать нечего. Кто-то наоборот. Можно иногда наблюдать, как у бассейна сидят люди со своей колонкой, им хочется движни, а отель очень спокойный. Поэтому, чтобы не было ошибок, вот так. Но если хотите просто посчитать цену, прикинуть, ссылки на 3 разных сервиса я оставлю под видео. Просто заходите, просчитывайте, прикидывайте количество человек, ваши даты и город вылета, потому что это обязательно такие параметры, составчик ваш, все, и летите. Но сами не бронируйте, лучше уже она вам и подскажет по номерам, как что здесь, как вот здесь, вот видите, потому что если вы любите чуть получше номера, то это вот лучше в бунгало. Если вам вообще без разницы номера, но лишь подешевле, стандарт, то такие моменты всегда надо учитывать во всех отелях. Ну, друзья, хорош болтать, разворачиваемся и смотрим на это райское местечко. Просто рай, вы посмотрите. Утром вода была совершенно другого цвета, синеватая, с голубым, а сейчас она бирюзовая, с разными оттенками. 50 оттенков бирюзового сегодня вечер. Смотрите, какая красота, вообще безумно. Посмотрите, бесконечная гладь океана Атлантического. Очень красиво, белый-белый-белый песок.
Ветер поднялся сейчас вечером. Как вам такая кубинская красота? Смотрите, какой песок. Фракцию песка даже показывать не буду, она просто мельчайшая, как мука. Все, пойдемте прогуляемся к океану. Сегодня вечером волны, смотрите, как классно. Днем было спокойно, смотрите, как намывает. Вот так вот подмывает, я бы сказал, песок. Ветер сейчас может забивать, хоть ветрозащита стоит. Но все равно, я думаю, будет забивать. Смотрите, там на кайтах катаются. Раз. Вот здесь сейчас еще один кайт был. У меня тоже есть кайт. Я что-то не подумал, не взял его с собой. Пойдем чуть-чуть прогуляемся в океан. Все время хочу сказать море. Главное, камеру не утопить, она без аквабокса. Сейчас здесь вот волнистость, и вода уже такая не кристально чистая. Так что утром, когда мы плавали, было прям прозрачно-прозрачно. Есть кое-что, есть море. Я потом, когда будет спокойная волнистость не будет, я одену очки, возьму аквабокс и пойду нырять и доставать вам то, что там есть. И вот пока, видите, волнистость идет, водоросли какие-то со дна поднимает. Вот такие вот. Ну как вам? Передается атмосфера. О, кайф, вода теплая. Потом завтра померяем, возьмем градусник. Посмотрим, какая температура у нас в это время года. Ну, я думаю, 28. Мой термометр мне что-то подсказывает, что где-то вот так. Заряжайтесь, друзья, этими морскими, атлантическими, океаническими эмоциями. Ой, вообще красота. Смотрите, как волны набегают. Опа! Ну, на камеру, кстати, не передаются волны вот эти. Есть некая стабилизация, но они вот есть. Видите, как обмывает. Что, я пойду оставлю вас на берегу. Одену очки, попробую пойти посмотреть, что там есть. Передаю вам этот заряд эмоций, мега-мега позитивный. Давайте моим спортивным прибором замерим скорость ветра. 7,8 метра, 7,9. Это вот для кайта как раз. Он и воду измеряет. 7,7 метра. Но при этом я вышел из воды, вообще не холодно. 5 вечера. Температура воздуха вообще теплая. Даже с ветром не замерзаешь. В общем, я сейчас купался. Чувствую, что-то не то. Вот чувствую, что-то не то. Утром мы днем купались с Жанной. Такая вода немножечко освежающая была, градусов 28. А вот сейчас она стала просто... Сейчас я вам покажу, сколько она стала. Допускаю градусник. Оп, главное камеру не залить. Сейчас наберется. Температура, смотрите, кайт пошел черный. Пошел. Так, поднимаю градусник, смотрите. На нижнюю смотрим. Оп, 31,4. Сейчас будет падать, потому что ветер дует. 31,4. Водичка, а, вообще огонь. Видимо, за день так прогрелась. Потому что вот если идти туда, видите, как там метров 50, даже 70. 50 где-то по пояс, 70 уже по грудь. Видимо, всю эту теплую воду сюда сносит. Вообще, вода теплее, чем воздух. Прям вообще кайф. Опанька, и мы так уже сейчас переместились в номер, помылись, побрились, привели себя в порядочек. Конечно, классно так на балконе, вечерком можно сесть. То есть отсюда слышно музыку из бара, закатит сейчас, скоро будет, можно один балкон, можно на другой. И вот чем я люблю первый этаж, ты сидишь на балконе, захотел и пошел, куда глаза глядят. Хочешь бассейн, просто плюхнулся, пришел. Обратно сел, можно шезлонги местами поменять, сюда их принести, здесь полежать, там. Вообще супер. Заходил в бар, сходил. В общем, полная свобода. Это неограниченный номер, как своя, знаете, маленькая дачка. Есть у вас соседи по соседству, соседи. Фрукты, плоды, смотри, проголодался. Опа, подошел, сорвал, надо только узнать, что это, ты сейчас съем. Так и останусь здесь сидеть. Там большой плод. Кстати, что это такое, напишите. Вот то, что мы смотрели, вон не растут, можно сказать. Кто-то пишет, что это такие большие кубинские арбузы. Ой, ну красота вообще. Релакс. Обожаю первые этажи, просто обожаю. Пишите, какой вам нравится, второй или первый.
Время у нас 6:40, мы отправляемся на ужин. Так непривычно, в Москве сейчас практически 2 часа ночи. Практически. А здесь без 15. Да, здесь солнце светит, кто-то еще купается. Получается уже сколько не спим. Я смотрю, часа 4 поспал, за часа 2. Какой 2? Да, полтора. Я раза 3 поспала, минут по 20. И это у нас получается уже вторые сутки пошли. То есть мы выехали из Москвы во сколько? 12 часов у нас был вылет. Естественно, до этого я мы тоже ёжик в тумане. Встали утром. Короче, все сбивается. Джетлаг мы должны преодолеть. Мне как-то вообще нормально. Спать, да, сегодня пораньше ляжем, завтра пораньше встанем. Обратно приедем. Я как-то вообще нормально. У меня нет ощущения, что в Москве 2 часа ночи. Что сейчас вообще 2 часа ночи должно быть. Погода делает свое дело. Сейчас темнеет, почувствую. Что-то мы так расслабились, пришли в ресторан. А маски не взяли. Вот придется сейчас идти маски искать или на ресепшене, или опять в номер возвращаться. Мы сегодня столько кругали, навернули вообще за эти сутки. Так, на ресепшене масок нет, не выдают. Сказали, что вроде в магазине есть, но у меня с собой только телефон, поэтому мне проще сходить в номер за маской, чем сначала туда, вдруг там карты не берут. Сейчас пойду опять гулять, любоваться красотой кубинской. Так, давайте пока иду. Расскажу вам про интернет. В прошлом году здесь было дело вообще худо. Надо было покупать карточки. И эти карточки возле Wi-Fi вводить. А сейчас на ресепшене выдают карточки. Ну, не карточки, когда заселяетесь, вам чек такой дают. На чеке логин и пароль написан. Он дает 5 часов доступа. Когда у вас качается, вы приходите, опять берете. Бесплатно все это. А по поводу роуминга. У Мегафона очень дорого. Там что-то прям... За 1000 рублей 500 мегабайт вы покупаете. Ну, если там Инстаграм постить, еще что-то, вам этого точно не хватит. Значит, в день в среднем по гигабайту у нас уходило в Турции. Теле 2 есть вариант. У меня были две рабочие симки. Я с собой взял их. И им повезло, я переоформил там. Ну, подключил, там автоматом даже тариф подключается. Заходите просто, выбираете. 1800 рублей вы платите за 30 дней. Безлимитного интернета, но первые 200 мегабайт на нормальной скорости, потом включается ограничение 128 килобит в секунду. Ну, вроде вот сторис потихоньку-потихоньку так загружаются. Поэтому выгоднее, в принципе, за 1800 оплатить. И WhatsApp вообще как без проблем, там все это уходит постоянно, отправляется. Поэтому вот такие вот дела с Wi-Fi-чиком. Еще минус местного Wi-Fi в том, что вы подключились, он через 2 минуты вы там закрыли телефон, отключается, чтобы сбрасывать счетчик, чтобы у вас время не капало. И чтобы обратно подключиться, вам надо заново вводить логин и пароль. А логин и пароль очень длинный. Но логин еще можно скопировать в заметки. А пароль надо запоминать, потому что когда вы переходите в заметки, логин сбрасывается. То есть вы только логин копируете, вставляете, и пароль надо запоминать, вставлять, или чек переписывать. В общем, сложности. Смотрите, какую сегодня вкусняшку на ужин дают. Креветочки жареные, картошечка жареная. А можно мне креветочек вот таким? Там, смотрите, бананы жареные. Баклажаны жареные. И здесь дублируется это еще разок. Смотрите, еще рис, рис. Разный рис. И рис еще с креветками, с мидиями. Так, здесь еще, ну здесь у нас по стандарту. Мяско, рыба. Это мясо, да? Да. Да, можно мне мясо кусочек? Картошечка, это, я не знаю, тоже мясо какое-то, надо взять попробовать. Видите, как тут все на стекло накладывают персонал, видите, как и в очках, и маска, полная защита, very good. Антиковид. Здесь еще горшочки, о, здесь лежит баранина, что ли, еще мясо. Вот тейбл стендов нету, не написано, что это. Вот у нас зона ресторана, народу вообще никого, хотя в отеле много народа. Так, давайте я вам все это вкуснять, наверное, попозже поснимаю. Да, тут много морепродуктов всяких, смотрите, и мидии. Говорю, попозже, а сам снимаю. Здесь еще какие-то там креветочки, что-то с чем-то. Здесь еще горшочки, горшочек вари. Тоже там кальмарчики, мидии, миско. Можно всего разного набрать, покушать. Слушайте, морепродуктов прям класс, много. Здесь всякие салаты, нарезочки, бобы, перчик. Это я не знаю даже, что это такое. Это тоже не знаю. Ну, все есть. А раз начал снимать, давайте. Здесь тоже разные виды макарон. Вот здесь еще всякие заправки. Макарона можно добавить.
Если вам пожарить, смотрите, здесь шашлыки жарят на гриле. Это рыба, по-моему, шашлыки, это мясо. Так, можете попросить, и вам пожарят. Вот так вот это выглядит в неприготовленном виде. Здесь у нас еще, смотрите, рыба разная. Тоже жарят креветки. Смотрите, вот, здесь еще креветки. Можно попросить вам пожарить, и вот там их уже жарят. Вот видите, сейчас камера. Потеплили, вот, эта рыбка очень вкусная, сразу вижу, такая свеженькая. Сейчас возьму. Обратили внимание, какой чистый гриль. Ничего так жарко, я маску уже приспустил. Здесь еще картошечка. И бананы жареные здесь, смотрите. Еще какое-то мясо, еще плов. Еще можно в кастрюлю вок что-то приготовить. Так, пойдем дальше. Здесь, смотрите, мясные нарезки. Сыр. Кстати, очень вкусная колбаса здесь. Я прям на завтрак ел. Очень-очень вкусно, реально. Турция такую делать не умеет. Потом здесь, смотрите, пицца, грибы, баклажаны. Еще пицца разных видов, пицца. Это даже не знаю, что такое, что-то необычное. Вот так вот мы ходили, сами смотрели. Потом хлеб, много разного. Тост можете, смотрите, детский стол. Вот это отдельно, взрослым здесь не дают без детей мороженое. И что-то там еще, детские десерты разные. Вот это фруктовые десерты, такие приготовлены. И вот здесь деткам тоже что-то идет, это тоже и рыбка, и картошечка. Такая вот красота. Потом, смотрите, вот здесь много всяких десертов. Эклеры, пирожные, стаканчики, здесь стаканчиков. Вот так вот, смотрите. Здравствуйте. Такая вот красота. Все прям подробно снимать не буду, но много всего вкусного. Так вот эти торты выглядят. Вот видите, вот так вот, вот так. И здесь огромнейший выбор мороженого. Просто гигантский. Здравствуйте. Можно присыпать себе чем-нибудь. Очень вкусно, да? Все, всем привет, я тоже пошел кушать. Так, что-то я вам быстренько все. Говорю, стаканчики. А Жанна сейчас принесла. Здесь, смотрите, манго, гуава, папайя, ананас. Жанна ест просто, говорит, пальчики оближешь. Очень вкусный манго, говорит, просто сладкое. Все вкусно, там столько видов вот этого фруктов всех. Просто обалденские. Я сюда все быстренько. И арбуз даже есть. Кубинский. Очень. У меня сейчас второй заход был. Я себе взял ракушечек. Попробую всяких вот этих штучек с мясом. Рыбки, еще какой-то вот это и плов с креветками. На самом деле надо вначале брать есть, а потом ходить снимать и вам все это рассказывать, чтобы было вкусно. Что вот это я все съел и пошел еще за одной комнатой. Потом за третьей пойду. Очень все вкусно. Еще ракушки просто бомбические. Я их все повыедал. Сыр дорблю. Вот этот сыр просто вообще фантастического вкуса. Я удивлен, где на Кубе такие сыры берут. Очень вкусно, прям безумно. Все, что я беру, все ем. Нет такого, что пиццовать, что-то невкусно, все вкусно. Так, ну что я хочу сказать по поводу ужина. Я вообще, честно говоря, не планировал сегодня снимать. Но то, что мы сегодня поели, первый наш ужин здесь. Креветки разного вообще приготовления, да, во фритюре. Просто жареные, просто вкусно, безумно. Рыба вот эта, которую я говорил, она свежайшая, она реально настолько свежая, прям во рту тает. Филе вот это просто, вот я не знаю, с чем сравнить. Просто безумно. Вот на Гуа я когда ел рыбу, два раза я там был, вот с этим я могу сравнить. То есть реально свежая, вкусная рыба. Потом мы добрались, когда до фруктов, манго, оно просто сахарное, медовое. Эти ананасы, это просто, я не знаю, я таких ананасов реально никогда в жизни. Наших любимых коллег. И ребят говорит, что ну, на Кубе не умеют вообще абсолютно готовить. Просто опровергаю. Вот в этой трешке просто безумно вкусно все приготовлено. Мясо, да, может где-то немножко жестковатое. Но стейк я так не дождался. Я просто рыбу ел, мяско брал. Это тоненькое нарез. Но оно так приготовлено. Тоненькое такое сушеное, подсушенное мясо. Оно жестковатое. Но рыба это вот вообще просто. Это космос с фруктами. 5 баллов. 50, как я говорю, баллов из 10. Сейчас мы пришли вечерком. Прогуляться к морю. Немножко опоздали на закат. Он там был. Такой вот я нашел плот кого-то. Причем он такой жесткий. Не знаю, что это такое. Ящерицы тут бегают. Закат чуть-чуть опоздали. Но придем обязательно в каком-нибудь дней смотреть на всю эту красоту. И еще совет. Хочешь совет? Не давай совет. Но я дам. Берите с собой средства обязательно от комаров. Брызгать на себя. И в номер, на всякий случай, потому что здесь мелкие москиты, а их тут много. Мы сейчас ходим, они прям покусывают, жужжат над ухом. Берите с собой обязательно спрей и в номер
чтобы если вдруг к вам залетят, вы могли вставить, и они все разлетелись. Вечер, у нас включилась подсветочка, пальмы все подсвечиваются. И здесь же у нас рядом с бассейном начинается вечернее шоу. Только нам сказали, что оно начинается в 9, и возможно это сейчас репетиция. А может быть и нет, зрители уже сидят, но правда их немного. Кошка, а кошка, ты кого охраняешь? Какая поза. Завтра тебе покушать рыбки принесем, хорошо? Ноте. Закончим наш видос. У нас практически 24 часа без сна. Все, огромное вам всем удачи, хороших позитивных эмоций. На отдыхе заряжайтесь солнцем, морем, вкусняшками, напиточками. Огромное вам всем удачи. И пока. Мы идем спать. Все, уже сил нету. Просто здесь легли на шезлонгах полежать сейчас. И практически просто уснули. Всем спокойно, всем ночи. Спасибо, кто смотрел до этого момента, до конца. Это прям признательность вам. Очень большая. Не заблудиться бы здесь. Смотрите, как у нас удачно балкон расположен. Садишься на балкончике. Видно практически сцену. Вот там вот она, слышно музыку. И у нас осталось еще немножечко коктейльчика. А, пинаколада очень вкусный. Просто идеальное сочетание вообще. И очень вкусный ром. Просто можно не говорить, какой ром, гаван, не гаван, без разницы, говоришь, просто пинаколаду или куба либра, и очень классно делать, прям идеально. Все спокойно, всем ночи. Между прочим, сейчас здесь 21:50, а в Москве сейчас практически 5 утра.